помещение оформлено в непривычном для сигарных стиле. Здесь нет ничего, что приходит на ум при упоминании сигарной. Нет тяжелых деревянных панелей в английском стиле, нет кессонных потолков, нет обои в полоску, в широкую. Но тем не менее использованы приемы, создающие ощущение эксклюзивности и брутальности. Несмотря на такой революционный подход к оформлению интерьера сигарной, здесь нет какого-то намека на легкомысленность. Все элементы выверены по пропорциям, функционально обоснованы, все поверхности имеют уникальную многостадийную обработку, но тем не менее идеально сочетаются между собой. Деревянные полы выполнены двойной елочкой из массива дуба, который тонировался по согласованному образцу и шлифовался после укладки. Наличие прочной стяжки, фанерного слоя с компенсационными зазорами и финишнего защитного покрытия обеспечивают полудолговечность. Подвесные светильники изготавливались на заказ. Это позволило не только выбрать идеальные размеры и пропорции, но и оказалось существенно дешевле и быстрее, чем привезти подобные светильники из Италии. В помещении предусмотрена канальная приточная вентиляция и вытяжка. Трубы проходят за потолком по периметру помещения и не оставляют никакого места пространства для светильников. Мы использовали плоские светодиодные светильники толщиной всего 2 см, что позволило избежать распространенной проблемы. Карнизы из брешированного дуба, окрашенного в серый цвет, обрамляют помещение двумя рядами. Нижний ряд предусматривает удобные ниши для штор, а верхний незаметно скрывает в себе решетки вентиляции. Венецианская штукатурка на стенах выполнена в белом варианте, а с тройным покрытием специальным воском. Она дает неравномерное искаженное отражение, что смотрится очень живописно и хорошо сочетается со сложным цветом пола. Двери изготавливались на заказ, как и все элементы из дерева. В них использованы магнитные замки и итальянские ручки. Формат этого санузла носит скорее имиджевый характер, что позволило нам, обойдя некоторые догмы, использовать тот же самый пол, что и в основном зале, без какого-либо порога на входе. Керамогранит стилизованный под бетон и элементы из брешированного дуба смотрятся как единое целое, а сочетание с брешированной сталью в розетках и выключателях подчеркивает мужское начало этого интерьера. Аксессуары в санузле подобраны под общую стилистику и эргономично расположены.